Боксеры из Дагестана приехали в Хабаровск на чемпионат России, а стали героями еще до начала боев. Они спасли 20 жизней. Во время тренировки прямо на их глазах загорелся трамвай, внутри которого оказались заблокированы люди. Времени на раздумья не было, но спортсмены не растерялись. Алексей Сбарский встретился с героями и очевидцами. Очевидцы, которые снимают эти кадры пожара в трамвае 5-го маршрута, уже знают, что жизнь и здоровье людей вне опасности. Вагон уже покинули все пассажиры. Пламя разгорается все сильнее, как будто трамвай перевозил легковоспламеняющиеся материалы. Как говорят те, кто находился в вагоне, дым сначала повалил из-под пола в головной части трамвая, там, где находится место вагоновожатого. По неизвестной причине ему не удалось открыть двери, не сработала и система аварийного открывания. Дым, валил дым, сначала горела кабина. Когда все уже вышли, начало гореть полностью. В вагоне находилось около 20 пассажиров, и пожар мог бы закончиться трагедией, если бы на помощь не подоспели боксеры из Дагестана. Спортсмены, приехавшие в Хабаровск для участия в чемпионате России, совершали пробежку на территории спортивного комплекса, расположенного рядом с местом ЧП. Не раздумывая, они бросились на помощь. Мы останавливаемся, видим, что люди находятся в троллейбусе и там без никакого выхода, заблокированные. Но мы пытаемся разбить стекла, не получается. Наш парень берет камень большой, кидает его в окно, разбивает окно, мы начинаем вытаскивать людей оттуда. На подмогу спортсменам поспешили и прохожие. Совместными усилиями всех пассажиров удалось вывести из вагона до того, как он весь был охвачен огнем. К приезду пожарных трамвай выгорел почти полностью. Самоотверженные действия дагестанских боксеров и их помощников наверняка отметят профессиональные пожарные и спасатели. Однако главной наградой бесстрашным спортсменам и тем, кто им помогал, стали слова благодарности самих спасенных. Алексей Сбарский, Борис Андриянов, 5-й канал, Хабаров.